В Ледовом дворце стартовал чемпионат Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги. Хоккейный клуб «Саров» открыл сезон домашним матчем против Таншаевского «Старта». Начало игры не предвещало для хозяев никаких проблем. Саровчане выиграли первый период со счетом 3-1. Первый период соперник доминировал. Вот. Потом во втором, как получилось выровнять, даже сравняли. Вырывается Шалаев и сравнивает счет. Гости смогли вернуться в игру, забросив 3 шайбы во втором периоде, тем самым возродив интригу в матче. Саровчане ответили только один раз. К заключительному периоду на табло горел счет 4-4. Ну, это понятно, объяснимо, да, начало сезона. Не все еще команды вкатились, не все ребята вкатились, но я хочу поблагодарить их за ту самоотдачу, за желание победить. Вот, конечно, были ошибки, мы постараемся их исправить, что-то доработать. И я думаю, с каждой игрой нам будет все проще и легче, соответственно, вести ход матча. Третий период прошел с преимуществом хозяев, но в равных составах саровчанам отличиться не удалось. За 4 минуты до конца встречи гости заработали большинство, но допустили ошибку и сами пропустили решающий гол. Итоговый счет 5-4 в пользу Сарова. Сильно, сильно обидно, старались, все силы дали. Потом уже отыгрываться просто не было даже ни капли. Трибуны гнали вперед. Вот, хочется, чтобы так было постоянно. Хочу поздравить их тоже с началом сезона, с открытием. Давно мы не играли на своей арене, полгода где-то, если чуть больше, может. Вот, но атмосфера на трибунах была сумасшедшая. Болельщикам огромное спасибо. И всех просим приходить на хоккей, также еще сильнее поддерживать команду. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.